18 июля 2018 года в Ленинском районе города Саратова был совершен угон дорогостоящего транспортного средства марки Lexus стоимостью более 1,5 миллиона рублей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 25 августа 2018 года сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками СОБР были задержаны группа лиц в количестве 5 человек за угон данного транспортного средства. Как было установлено, случившееся стало возможным в связи с тем, что гражданин при продаже транспортного средства предоставлял доступ не только к его визуальному осмотру, но и разрешал подключение компьютерных приборов к бортовой сети автомашины, что позволило злоумышленникам считать код транспортного средства и в дальнейшем беспрепятственно совершить его угон. В связи с этим прошу граждан более тщательно относиться к сохранности их имущества и более осторожно относиться к покупателям при совершении сделок купли-продажи.